А вы знали, что на YouTube-канале Мосфильма уже почти 5 миллионов подписчиков? В 2011 году Мосфильм стал первой российской киностудией, открывшей свой YouTube-канал. Сейчас там представлено более 600 полнометражных фильмов. Новые картины добавляются каждую неделю. Наши фильмы смотрят люди из разных стран. Зарубежная аудитория составляет 60%. Также у Мосфильма есть детский канал и канал с тифлокомментариями и субтитрами. Россия, горжусь.